В Минздраве назвали регионы с наибольшей выживаемостью больных раком. Наиболее благоприятными для жизни онкобольных стали Крым и Тверская область. Наибольшая доля людей со злокачественными образованиями, которым диагноз поставили 5 и более лет назад, отмечается в Республике Крым. За этим регионом следует Тверская область, Татарстан и Забайкальский край. Замыкает пятерку лидеров Калужская область. В свою очередь, меньше всего онкологических больных, стоящих на учете 5 лет, в Севастополе, Магаданской области, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии и Дагестане. В целом по стране доля живущих с момента диагностики рака 5 и более лет составляет 55%. За несколько лет этот показатель вырос. Например, на начало 2014 года он составлял 52%.